Thank you.
Yeah.
Я не знаю, что это такое.
Ну, я обнулил, но вообще 1-0. Антарес. Антарес 1-0, да? Давай, 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 давай
Чего? Синенький там просто смотрит. Он уже огибнулся. Yeah.
Да, я все понимаю,
Давай, давай!
Три замены.
Так, конечно, штаб был выросший. Пойдем, 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 пой
Ну, по крайней мере, футбол руку набил.
ты как-то тут спустя. Я боялся, что ты на хер подпишешь. Набил или нет? На себе. Да, набил. Но там здесь лучше снимать, слышишь, честно скажу. Ну вот, теперь осталось тебе. А в синем кто играет? Невский Львы. Ну, то есть они 4-0 проиграли? Уже 5 или 6-0. 6-0. Ну, ты меня отвлек, я сбился со счета. Я виноват, а вообще. Ну, ни стыда, ни совести. Сейчас у них не холодно, вот эта погода. А ты это, левый Адидас, Адидас левый? Есть Адидас подсик, а есть Адидас левый. Ты просто в Адидас зашел какой-то, вижу. Ну, левый там типа молодежный все. А, нет, здесь. Работай давай, а. А Депеч там написано. Ну, он мембранный, что ли? А черт его знает. Но они не промотают? Нет. Ну, слушай, знаешь, ты дешево вообще с такой целью? Ну, слушай, там было не пройдет. Чисто за цвета, что ли? Да, скорее всего. Но мне не понравились. Главное, они не яркие. Никому этого не говори. Никогда в прошлой жизни не прилегай к тебе, подойду к этим интервью, ты говоришь. Увидел, оценил, исполнил. Слышишь, ты дешево. Акции бывают, попадают. Ну не 70%. Ну, вот получилось так, не знаю, и 2250. Я где вас?
Слушай, и она одна была, мы все сидели в зале, мы персонал. То есть она, грубо говоря, там около стола сбивает с чем-то. Не знаю, а я купил там что-то. Даже вот эти динамы, знаешь, которые всегда копил в целую, они сейчас тоже 3-4 тысячи стоят. Да ты не Я тебя такой выпустил.
Так ты будешь камеру такую же покупать? Их сейчас, правда, в наличии нет. А? Их сейчас, по-моему, в наличии нет. Ну, блин, ты купи, а я тебе отдам деньги. На Авито найду что-нибудь. На Авито купишь свою. Ну, а где? Новые, они 30-60, наверное, стоят уже. Я посмотрю, нет, бывает в магазинах комиссионные. Ну, на, поищу я, хорошо. Ну, ты со мной это посоветуйся, потому что там нужно, чтобы зарядка от пауэрбанка была. Или буду, сейчас потеплеет, я буду на большую снимать. Ну, не факт, что от нее сигнал пойдет. Да что ты, блин, догадывался? Или знаешь что, я тебе могу свою продать, а я себе новую купил, что ли? Какие деньги? Блин, у меня сейчас... Голосом сделаем, чтобы тебя наградить. Слушай, мне надо за ИП закрыть налоги. А если за ИП, ты его открываешь. Нет, я его закрыл, мне надо налоги. Просто что ты видишь, 19:07 уже перед. Немного задерживаешься, тише отсюда. Почему?
38. Погоди, понял, 2 минуты еще. Все, пакета. Что-то я просто думал по 30 минут, забыл. Угу. А чё руку не пожал? Куда он,